7 ноября в Гомеле названы имена членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь 7-го созыва. В соответствии с действующим законодательством их выборы прошли тайным голосованием. Совет Республики – последняя инстанция на пути прохождения законопроекта через парламент. Своеобразный юридический и экспертный фильтр, который гарантирует максимальное качество будущих законов. Кроме того, это палата территориального представительства, члены которой избираются депутатами Советов депутатов базового уровня. Гомельскую область в ней представят 8 человек. 7 из них являются беспартийными, один представляет Коммунистическую партию Беларуси. Выборы членов Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь проводятся тайным голосованием. Избранными считаются те, кто получит более половины голосов депутатов, принявших участие в процедуре. В Гомельской области этот рубеж прошли все претенденты. Кстати, работать в Верхней палате парламента они будут на общественной основе.